Еще пару кликов мышки, и Надира завершит дизайн новой модели платья для производства на текстильной фабрике в городе Намангане. Надире Маматхановой 23. Но мечта заниматься дизайном одежды зародилась еще в детстве. Уже дизайнер Лиманда, озгина, высокий райдер, казахама, озам. Уже я шли по этой, и чизмалам джута от дивогену, лекин, хама койл коларда, кора. Однако родители Надиры хотели видеть ее врачом. По их настоянию, она окончила лицей с уклоном на естественные науки и готовилась поступать в медицинский институт. Когда стало известно, что пройти вступительные экзамены не удалось, Надира не расстроилась, а увидела для себя возможность воплотить свою мечту в жизнь. Юмиз янида дизайн маркази ачилганини билиб қолдим. Кейин ишга кирганда кириб, суҳбатдан ўтдим. Суҳбатда дизайнерликка ўзи ёшликдан қизиқиш бўлган учун ишга кирмоқчиман, дизайнерлик бўйича десам, чизмаларингизни олиб келинг, дейишди. Ungacha siz o'zimizda oddiy ishchi bo'lib ishlab turasiz deb ishga olishdi. Примерно в то же время на базе фабрики Истеклол Дизайн Марказы был создан центр дизайна одежды. Здесь впервые выпускники профессиональных текстильных колледжей и университетов могут освоить навыки работы в программе Assist, одновременно участвуя в производственном процессе фабрики. Сама программа представляет собой систему автоматизированного проектирования одежды в 3D с различными модулями, включая раскладку деталей на ткани, расчет стоимости производства модели. Окшке, крышке, казах палдем, где-то казах там, кинчи, меня олила, ильтамас, казахама, балес, узам, ильтамас, хема. Для Надиры сделали исключение. В виде ее желания и зная ее способности. Хам иш, хам оқиш бўлиб, асис программасини тўлиқ ўргатишди, дизайнерлик қилишга тайёрлашди. Кедасист ўзи бизга нимага кўпроқ фойда беради? Ишимиз унумли, тўғри, адашмасдан қилишга. Проведя экзамен среди всех практикантов, Надиру приняли на работу дизайнером. Сегодня Надира не только проектирует модели одежды, но и помогает тренерам обучать таких же девушек, как она, навыкам работы в программе Assist. Хозир шу корхананы ишлаб юр иш юритилишини ўрганиб, ўзимам ўша ҳужжат тайёрлаш ишларини ўрганиш бошладим. Бу ҳужжат тайёрлаш ишларини ўрганиб, уже ўзимми хусусий корхонамни очиши ҳаракатидаман. Қызыққан соҳада ишласаз, ҳаётдан қызиқарли бўлади.